Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, которая идет в продолжение предыдущим распаковкам, а именно связана с умным освещением Philips Hue. Особенно это хорошо для тех, у кого есть телевизор с Ambilight. Тем самым вы можете расширить возможности своего телевизора и своего Ambilight, чтобы настроить то благоприятное освещение, которое вы в последующем будете воспринимать. Также для того, чтобы это сделать, вам обязательно нужен для этого мост, так называемый Philips Hue Bridge, который расположен у вас слева. Без него это бесполезное устройство, которое можно, конечно, настраивать при помощи освещения, но не будет того эффекта, который можно добиться, используя, особенно если у вас есть телевизор с Ambilight. Так, все это пришло у нас из Китая при помощи Казани Экспресс, но ввиду того, что упаковка была вот открытая. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Единственное, тут чуть-чуть было намотано прозрачной пленки, даже и не пупырки. То в результате у нас произошло вот что, а именно помятая упаковка. Ну, благо, все сохранилось. Ну и давайте посмотрим, что у нас представляет из себя. Вот основные характеристики. Ну, даже здесь он русский есть. Дальше сама упаковка достаточно хорошо помятая. Принципы установки продемонстрированы. Вариации на тему. Так, и демонстрированы тоже вот возможности. Ну, во-первых, здесь может быть еще HDMI синхронный бокс для того, чтобы у вас функционировало, если у вас телевизор без Ambilight. Ну, а если у вас телевизор с Ambilight, то достаточно вот этого моста, который у вас сейчас расположен слева. Так, и продемонстрировано, что у вас находится внутри. Что у вас находится внутри. 1100 люмен. Ну и основные характеристики показаны. 17,4 ватта. Тоже так же 25 тысяч часов. Может функционировать это устройство без замены. Ну это как минимум. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Внутри у нас располагается сама трубка, и здесь вот есть принадлежности. Это у нас кабель для подключения розетки питания. Дальше блок управления, который подключается. Вот здесь вот есть у нас кабель. Основные характеристики продемонстрированы. Дальше у нас есть блок питания на 2,4 вольта, 0,83 ампера, то есть 20 ватт. Европейская вилка и есть еще вариант английской вилки, чтобы сюда же подключить. Пока оставим эту. И давайте проверим, как функционирует это устройство. Да, здесь можно задать угол, как светить. Да, кстати, вон тут еще есть документы. А, именно. Во-первых, здесь ключ есть и две шайбы для того, чтобы настроить. Здесь есть возможность кабель проложить либо справа, либо перпендикулярно, там, вернее, слева, либо перпендикулярно. Давайте вот посмотрим, как это делается. Ну, можно устанавливать на стену, крепежных элементов тоже я не наблюдаю. То есть здесь придется приобретать отдельно то, что находится внутри. Либо на тумбочку поставить. Наверх, вниз, без разницы, там вариации на тему. И тип подключения. Так, давайте уберем.
Так, и давайте подключать. Свет. И давайте подключать данное устройство к телевизору. Да, это предназначено для телевизора 40-55 дюймов. Поэтому учитывайте, эта трубка где-то около метра, там 95 с чем-то. Ну, я вывешу соответствующие характеристики, можно будет посмотреть. Поэтому учитывайте, есть еще 1,20 м для телевизора больше 55 дюймов. Так, я вам продемонстрировал Philips Hue Light Tube для того, чтобы расширить возможности вашего телевизора с Ambilight, ну, либо просто телевизора, для этого понадобится еще дополнительное устройство. Ну, а если у вас телевизор с Ambilight, достаточно вот Philips Hue Bridge, чтобы улучшить световое освещение, задать те или иные сценарии, там, отключение-включение, яркость освещения, ну и расширение Ambilight телевизора. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.